Здравствуйте, с вами Александра Невская, компания Викенд. В этом небольшом обзоре мы вам покажем, как пользоваться инструментом QCube. Выполнен он из абразива и выполняет он две функции. Это придание наклейки сферичности и функцию махровки. Инструмент позволяет вам сделать два вида сферы. С одной стороны более плоская сфера, с другой стороны более округлая.